Открываем наш Duolingo. Сейчас немножко подгрузится. Вот он, наш Duolingo. Здравствуй, здравствуй. Да, мы даже язык нам не придется менять. Видишь, как хорошо. Да. Что удалось поделать? Да, удалось. Я кое-что еще понял, что тут можно досрочно в Duolingo сдавать навыки. А, ну ты да, ты это рассказывал уже. Нет, нет, ты не рассказывал. Да, например, вот смотрите, вот видите, у вас сейчас, у вас же все навыки пройдены на первый уровень, верно? Не знаю. Я на русском давно не занимался. На русском? Это что, это русский? Ну да, английский на русском. Есть русский на английском. Есть английский не на русском. Английский, который надо перевести на русский. Да-да-да, есть, допустим, на французском, на немецком, ну вообще на любом языке. Английский такой популярный язык, тут можно на любом языке английский изучать. Короче, можно я сейчас кое-что включить демонстрацию? Давай, сейчас включим. Так, вначале я выйду. У меня, кстати, уже 10 дней ударного режима. Молодец. Все, я тебе дал возможность. Вы такие, а я бог. Вот, видите? Угу, только пока, вот сейчас вижу. Можно вот так вот сдавать досрочно, например... Да, это да, можно. Давайте, Тимч, 3 навыка. Поехали. Давайте. Так... Постараемся. Давайте, попробуем. Давайте, я тогда не буду подсказывать. Ну вы где-то подсказываете, если у меня что-то неправильно, хорошо? Выдавите половину лимона. Выделите это half, да? Выдавите. Нет. Вот это, да? Половину лимона в стакан воды, да. We like swimming in that shallow river. Купаться. Что значит shallow? Shallow river, это значит мелкая речка, то есть имеется в виду мелководная. В этой мелководной речке. В той мелкой, но мелководной вечерней. Ну, по-русски мы не говорим мелкой речки. Это их проблема уже. Мы любим купаться еще не пошли. А ты... Нет, ты написал «любим». Ну, нам нравится, мы любим, в принципе. Нет, по-русски одинаково. Да, 73 навыка. You always рисуешь больших львов с когтями. Да, я тебе подскажу. Кло — это когти. Да, это, знаешь, клаус — это когти, лайнс — это лев. Только да, кло, я... кло, клоуз, клоуз. Клоуз. Угу. Давайте дельфинов с когтями. Угу. Вот это. Big lions, да. Фух. He knows the mayor. Мэр, это майор, верно? Нет. Это тот, кто городом управляет. А, мэра, да? Да. Он знает мэра. Угу. Да, фух. Фух, нормально идем тогда. Forget — это забыл.
Забыл, забыл. Помню, это Forget фильм. это забывает, а как бы он забыл? Вот это forgetting, forgetting. Да, forgotten. I have forgotten, что смотрел этот фильм. Вот это верно же, вот это, ну потому что везде picture, а picture это картина. Да. А movie это фильм. Только надо смотреть не по picture, а по структуре предложения. А я по мувику смотрю. I like the heat. Мне нравится. У тебя даже подсказки сверху. Это просто они даже. А тут нет подсказок. Честно. Сейчас в Гугле запишу. Ладно, шучу. А что такое hit? Hit это когда very, very warm, как будет по-английски. Very, very это очень, а warm. Warm. Вон, very, very hot. Как это? Очень-очень жарко. Да, очень жарко. Как это существительным, через существительное сказать? Мне очень-очень нравится. Нет, мне нравится. И как hot существительное. Нравится жара. Да. А hot, это что такое? Где хэт? Хит это жара. А разве не хот? Хот это прилагательное, а хит это существительное. Мне нравится жара. Док-док это что? Док-док-даг. Нет, даг. Даг это копать. Диг-даг-даг. Даг. За док-даг. Док-даг. Так, сам бонус, какие-то кости. Бонус это кости, значит, выбираем из этих, потому что тут нету бонус, тут blanks. Так, back, на backyard кидает, ну, back, видите, back, это же верно получается. Верно? Да. Да. You can park your car here. Ты можешь припарковаться здесь? Да. Припарковать свою машину здесь. Да, свою машину. Парковать от слова парк. Машину. 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 Машинку. Свою машину здесь. Да. Ух, нормально, идем сейчас 7-4 навыка сдадим-ка. Др-р-р-р. У меня 100 корон уже. Вот спорим, если мы пройдем, у меня 100 корон будет, 110. Не знаю, сколько у тебя сейчас. А лингвов, так я вообще, знаете, буду богаче. Как вы? Лингвов, напечатывается. Интересно, из-за этого мне опыт дается или не дается? Но главное это пройти, а не получить опыт. Главное пройти. Главное выучить язык. Ну, тоже логично. Only это только, а usually это обычно. Да. Но только я могу жить вечно. Ну так, ну я только вечно жить могу. Чё я умею? Я только вечно жить могу. Так подумаешь, вечно живу. Вот это. Это какой-то... Это forever, это навсегда. Ну, то есть да, вечно. Forever, всегда, вечно, да. Это вообще... Навечно. My brother usually carries books in his bag. Вот знаете, согласитесь, как-то оно странно стоит. Вот я хотела вам показать. Оно странно как-то. Ну... Знаете, у меня как... Голова у какого-нибудь непонятного. Ну, это для детей. Для детей надо, чтобы все было большое, крупное. Просто мы как-то странно. Мой брат обычно. Ой, обычку. Обычно. Carries, что такое? Несет? Да, несет. Носит только. Носит.
Я просто знал глагол carry, там у нас был такой. Джим Керри. Джим, который носит. И заодно в маску играет. Носит маску, точно. Только не портфель, а конкретнее. Вернее, менее конкретно. Сумку? Сумку, да. Только не его лучше сказать по-русски, а свою. Ладно, главное, что понял. Так. Он-то понял, но русские тебя не поймут. Hide. Так, could not hide. Да, could not hide. Да. Потому что... С модальными глаголами не употребляется частица ту. Дверь была хорошо. А что такое hidden? Нет, hide, hid, hidden. Это слово, есть такая игра. Какие игры знаешь на улице? А футбол знаю, волейбол, баскетбол. Ну, без мяча, которые. Дети очень любят играть. Ну и в комнате тоже хорошо можно в нее поиграть. Съедобно, несъедобно. На букву П. П? А что на букву П есть? Что можно складом сделать? Потерять. Еще. Чтобы его сохранить, что с ним обычно делают? Упаковать. Нет, на букву П. Его не потерять, спрятать надо. Спрятать, да. Дверь была хорошо спрятана. Угу. Ну все, я вас догоню. Я вас сейчас догоню. Прям к вам на будет тоже 200 корон. Будет 3 миллиарда опыта. Угу. Хотя ни у кого столько еще не было. Аю. Да, если аю, то значит какой? Да, молодец. Drawing. Ты сейчас рисуешь? Такси. Такси. Ну, так же и пишется, да? Да. Вот так. Верно да. же? Да. Слово. Вот так? А подумай хорошо. А, ну да, take a bus, потому что A. Да, да. A bus, молодец. Точно. Цепь, а как будет цепь? Дайте я подумаю сейчас. Может, я это слово знаю. На букву Ч. Так, подсказочки, помогите мне. Тут нет правильного ответа. Я знаю, чекаут. Как? Как она пишется? Цепь. Chain, chain. Вот так? Да. The dog. 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 А dog, dig это одинаковые слова или что? Dog это прошедшее время, dig настоящее. А, ну собака же... Нет, тут почему dig нельзя, скажи? Потому что она же... Не, прямо сейчас не может, ну, она нет, там что-то еще должно было быть, если бы с собакой dig. The dog is dig. Нет. Ну скажи, собака играет. Как будет? Собака играет. The dog plays. Plays. Вот и тут также должно быть.
Дикс было бы, да? Да. Очки, ну это glasses, я знаю, да, верно да. же? Да. Только забыл, как они пишут, мне подсказочки помогут. Да, они помогли. She parks the car here. Так. She parks... А ты здесь почему сразу медленную черепашку включила? Yeah. Интересно. А это потому что очень большое. She parks the car here. The car here? Вот так? Да, ты тем более Пусть уже... На всякий случай. She parks the car here. У тебя же это было уже. Надо mm-hmm. было запомнить. Ветер, я помню. Ветер, ветер, ветер. Wild. Нет? Wild это дикий. Дикий, да. Я знаю, просто шоколад. Там надо одну букву поменять, и вот ветер. Ну, я вот знаю, я поэтому и говорю. Тут надо какое-то, оно похожее слово, я помню. Так, подсказочки, ну, помогите. Не помогли подсказочки. Сейчас помогут, не бойтесь. Я знаю, как правильно использовать. Нет, там L нету, там вместо L другая буква. Big. А давайте так. Big. Big. Weird. Wirst. Wind. О, wind. Молодец, wind. Windows. Да, представь, что в окно дует ветер, window, wind. Да. А надо лучше представить так. Компьютер марки Windows через окно. Windows дует ветер. Так. Можешь так представить. Windows, wind. Да, такой вот этот ураган прямо тебе в лицо. Why are the seats so dirty? Why are the seats so dirty? Why are? Так? Uh-huh. Да. Why are the seats so dirty? Why are the seats dirty? Нет. Еще раз послушай. Why are the seats so dirty? Why are the seats so dirty? Тут перевод. А почему сиденья такие грязные? А почему? А, seat. Наоборот, буквы должны быть. Вот так. Ну вот. Нет, я говорю, наоборот, буквы должны быть. Ага, точно. А их много ведь? А. Вот так. Угу. Ух, прям вот представляю этот вкус победы, знаете. А без вас ни одного вопроса. Почему? Ты многое сам ответил. Ну, я бы уже слился, у меня 4 попытки. Ну, хотя, у меня есть старый друг Google. Так, ну, отель это хотел, а отдыхают как будет? Только не «а». Ну, хотя, если в настоящий, ну... Сейчас прямо отдыхает, то можно... Have a rest. Have a rest. Чего? Have a rest. Have a rest. Так? Нет, от слова иметь отдых. А вы можете это по буквам? Ну, иметь. Ты же знаешь, как иметь пишется. Да. А теперь неопределённый артикль надо. А потом отдых. Так?
Это у тебя какой-то Эверест неправильный. Да, и надо артикль еще поставить. Какой-то отдых, да. Только тогда out надо убрать, если have a rest. Если ты хочешь а, то надо какое окончание добавить? Никакое. Надо думать. Победы просто так не дается. Но речь же не скажем, потому что they. Да, Нет? they, либо надо а убрать, либо надо поставить к слову have соответствующее окончание. Все. Верно? И надо у отеля какой-нибудь артикль написать. In the hotel. Пусть будет in the hotel. Так тоже можно. She has a musical voice. Да почему мы ошиблись? Мы не должны были ошибиться. У нас одна жизнь. Ну, две, наверное. Это Дуолинго ошибся, не мы. Довлинго, ах ты плохой Довлинго, что же зыришь ты на меня, Джуниор, а? She has a musical voice. Я лучше, знаете, на черепашку. She has a musical voice. Нет, там было музыкальное, у тебя непонятно, что какое слово. She has a musical voice. Да ща по сказочке помог. О, смотрите, учить слово вот так. Хитрый какой. А У меня, кстати, почему-то это подсказки не выпадают. функция. She has a musical voice. Да, какое слово последнее? Да, молодец. Ха-ха-ха. Вот давайте ее сюда скопируем Ну, и все. О, я... О! Я вот и сделала ссылку! скопировал. Я на нее ссылку сделал, верно? Да. Ну вот и Но хорошо. тебе ее не засчитают как самая А ссылку она сделала на эту бабушку. Вот вам ссылка, дураки, учитесь. Откуда ссылка, правда? I believe I can fly. Я верю, я буду лететь. I believe I can fly. Кстати, потом затестим вот сюда ссылку, хорошо? Хорошо. Что это за Если ссылка? будет время, у меня 12 занятий. А, давайте. Ай! Проигнорировала. Да, как будет игнорировать? Игнор. Да. А как будет сказать, что это в прошедшее время? А вот и подсказочка. А надо прошедшее время поставить. Да, пожалуйста. Вот. I ignore all. Напоминание, как будет? Вот тебе уже подсказка дается в начале. Напоминание? Нет, не напоминание, а что перед напоминанием? The. Угу. Уже не дается. Дается, дается. Да, не напоминание. Как будет напоминание? А, там два варианта, может быть, reminders, а может быть, recalling. Давайте одним словом. Как там ремендус? Да, remainders. Можно remaining. Вот так? Можно так, да. Ремендус. Нет, remainders, не reminders. Нет, через A.
Ну, оставь reminders, пусть будет reminders. Я такого слова не буду смотреть. Да! Я говорю reminders. У нас опечатка. Изи, опечатка. Скопировать и ссылку сделать. Нет, ты запомни слово reminder, самое главное, reminder. И найти в Яндексе. Нет, лучше запиши себе reminder. Reminder, запиши себе слово. Reminder. Напиши себе куда-нибудь, чтобы знать, что это напоминание. Окей, сейчас. Можешь блокнот открыть и туда скопировать. Да не, я в нашу тетрадочку запишу. Reminders, да? Да, reminder. Одно напоминание. Reminders много. Какие там еще слова-то у нас были? О, Господи. Are you drawing a snail? Да, snail — это улитка, тоже можешь записать. Я знаю. Я знаю, что. Drawing a snail. Еще есть snake, а snake — это змея. Snake. Snake. Steak — змея. Господи. Мне нужны две монеты. I need! I need two. Монеты — это money? Нет, на букву C. C. Ну чё, а вторая буква какая? Вторая O. Тут нет правильного варианта. А третья? А третья I. Коины. Да, коины. Ой, нет, за что? Ну, три буквы, две буквы самостоятельно можешь написать. Coins? Да, coins. А тут нигде не надо, например, ту, нет? Нет, все правильно. The hills have eyes. Нет, сначала включи быстрое. Случайно. The hills have eyes. The hills have eyes. Что такое значит eyes? Нет, это не то слово. The hills have eyes. Да. Холмы имеют уши. Ой, глаза. The hills have eyes. Ну, глаза напиши в конце. Да. А теперь на холмы написать. Холмы. Как холмы выписать? Ну, ты же слышал, как? Да. Hills. Ну, hills вот так, что ли? Eyes. Это healthy. Это health. Это здоровье. А надо холмы. Hills. Hills. Вот нет, там... Можете по буквам? Hills, как произносится, так и пишется, только S на конце. Какая? Нет, как произносится, это ты хочешь ад написать. Ад будет hell. Да короче, help me. Давай. Hell? Hill. И множественное число. Hill? Ну, у тебя high получилось, надо, чтоб hill. Вот. Hills. Запиши. Hill, home. Hill, home. Да, я вспомнил. У меня еще была такая hills of... Ну, это там было как гонки, rice, или как это там. Races. Races of hills там было, да, игра. Гонки на горах. На холмах. Hills. А давайте заменим на слово kills.
Господи. Нет, нет, это... Тогда... А, нет, нет! Тогда уж килла. У киллера-то точно есть глаза. He doesn't. Да, he doesn't. Так, уступайте. Подсказочка. Да. Уступай. Уступайте. Я вот честно не помню. Да что, Рили? Ну, обратимся к старому переводу. Проверенному способу, да? К старому моему другу. У вас к нему, конечно, доступа нету. Вот. Поэтому моим другом могу пользоваться только я. Так, что там не, не уступает? Уступать. Concede. Копируем, вставляем сюда. Смотрите, вот и все. Классно сделано. Только что должно быть? Посмотри, does not есть, значит, как правильно написать? А что не так? А ты подумаешь, что не так. Глагол concede. Глагол concede. Does not уже есть. Значит, вот, правильно. Антип пешеход. Как будет пешеход? От слова... какое? Кроссер. Кроссер. Нет, от слова... Пед. От слова нога по-латине. Нога по-латине педис. Pedestrian. Pedestrian, я сейчас не понял. Pedestrian. А, pedestrians? Да, pedestrian. Я не знаю, как он пишется. Пешеход. Вон, видишь, внизу уже показали тебе, да, как pedestrian. Он пишется. А почему тут есть слово trains? Где trains? Какой trains? Вот если бы, вот видите, train. Train. Видите? Ну, педес... Не понял. Педестриан — это тот, кто ходит по пешеходу. Пешеходу. Вот, одному педестриан. Одному пешеходу. Почему? А, одному, да. Тогда надо артикль какой-то. The. Еру. Артикль такой, знаете, еру. Ну, в каком-то языке, может быть, есть. Вот, видите, так нормально? Угу. Ему не понравилось твое заумное слово concede, ему больше нравится yield. Вы что, совсем сумасшедшие? Нет, если мы ошибимся, вот так на последнем, то я себе не прощу, понимаете, просто. Ну, у тебя попытка... Постойте, самостоятельно. Sure. Давай... Sure. Нет, не давайте. Нет, это важно. Sure. Давай вначале послушаем быстро, а потом медленно. Him. Окей. Если мы ошибимся... Sure, I will send him a reminder. Нет, он сказал, конечно, я пошлю ему напоминание. Sure. I... А у тебя получается берег, я пошлю ему напоминание. Это как будто какая-то шифровка. Ну, как пишется, где у меня ошибка? Первое слово, конечно. Что тогда будет? Что неправильно в первом-то? Ну, слово неправильное. Шо или шу? Нет, там нет буквы H в слове шо. Ah.
Как тогда ше? Как это буква? А? Вторая буква ю. А, шуэ. Да, шуэ, да. Sure, I will send him a reminder. Да. Худой ты должен знать слово худой. Мы его проходили. Я уже все забыл. Надо принтскрин срочно на удачу. Не дай бог, я сейчас кнопку Enter нажму случайно. You, to... Нет, глагол должен быть. You are to... Да. Худой, как будет худой? Я уже все забыл. Худой. Ну, попробуй с гуглом. Так быстрее, так лучше запомнишь. Худой. Ну вот так все нормально. Да. Thin. Да, thin. Есть еще slim, но это больше стройный. На свой страх и риск. Молодец. Да, теперь ты любую тему сможешь проходить в любое время. Вы только что сдали 73 навыка. Вы достигли ежедневной цели. Линготы. Смотрите, сейчас 11, смотрите. Нормально за 7 дона. Да. Смотрите. I was the secret going to... Да, теперь ты можешь в магазине все что угодно купить. У меня и было 132 лингота. А. Ну, тем было... более, тебе нечего их копить, все равно на них больше ничего не купить, кроме как в магазине. Вот, теперь ты в любую тему можешь повторять. Вот, например, в школе прошли какую-то тему, ты можешь сразу быстренько повторить ее в Duolingo. Теперь смотрите, every number say. Да. 121, 40 из 121. Да, уж компьютер от радости залагал, да? Угу. Все, давай теперь переходим в мою. Что? А чё так мало? Ну, бывает. Я 100 опыта заработал из этого, прикиньте. Всего лишь, я знаете, сколько за это? За это бегание 50 опыта. Осталось 11 минут, мы какой-нибудь быстренько пройдем тему. А можно вопрос еще? Какой? А что важнее, корона или опыт? Важнее знание английского. Что важнее, корона или опыт? Я не могу ответить на этот вопрос пока. Мне кажется, корона, потому что, ну, не из-за того, что у меня их много, а просто чисто из-за того, что короны, да, они, ну, как бы, они, как бы, видит, понятно, что ты как бы все прошел, и короны там... Ну, вот, если говорить о лиге, то важнее опыт. Да, мне не до лиги, понимаю, у меня вообще никто нет. Корона как бы важнее чисто по знаниям, потому что, ну, как бы, да, будет понятно, что ты прошел по рамках как бы вот одного курса, так сказать, да, вот, вот такого, да, и поэтому как бы вот так. Понятно. Ну, для тебя важнее короны, для кого-то важнее опыт. Да, тем более, потому что их было много. Понятно. Давай, continuous, пройдем. Пустите 3000, ну! Хорошо. Мы 1800 слов в этом курсе выучили.
Да, ну, тебе надо их повторить. Вот, кстати, как владыка. слова повторять. Сейчас я тебе покажу. Меня владыка, знаете, сколько был? Меня владыка был 4-го уровня, и заработайте 50 корон. Так бац и 100 сразу, Вот ха-ха-ха. слова, как можно повторять, чтобы не искать их нигде. Вот у тебя слова все тут находятся. Чтобы не искать. Вот даже можно узнать, когда ты часто их использовал, когда ты редко использовал. А Пора какое освежить. самое плохое слово это использовали? Вниз. А где? Можете еще раз показать? Вот называется еще, и тут слова. Давайте я попробую. Да, ты пока пробуй, а я сейчас открою Смотрите, вот так Continuous. показываю, да, вот так. Да, наверное, у меня сейчас мой экран. А у меня мой. Ну тогда входи в мой. У меня столько слов выучено. Давай, теперь на У меня мой где-то, переключайся. прикиньте, у меня где-то 1000 слов тут написано только что. Но их надо повторять, это не просто так. У меня рум. Давай, теперь переключайся на мой экран. Диване подзабыли, это ясно. Осталось 8 минут, нам надо пройти одну тему. А давайте на моем пройдем. Ну, я уже открыл свой. Я могу все, я теперь владыка. Понятно. Давай. Я люблю каждого из вас. Стоп, я же ваш экран не вижу. Аж почему ты его не видишь, непонятно. Может тогда на моем какую тему? Верб с картинки, что? Катя Вот, с картинки. ожидание управления вашим экраном Николая Верин. Почему-то, не знаю, Какую вот тему? пригласить. Все, вот, наверное, так. Какой номер? Извините, а какой номер темы? Ну, я уже открыл, давай на моем. Я, кажется, понял. Вот так надо остановить демонстрацию. Да, надо остановить у себя. А я теперь Вот. бог. У меня 121 корона. Ха-ха-ха, Илья. Да. Илья, это мой друг из класса. Ха-ха-ха, Илья, у тебя всего лишь 100 корон-то, ха-ха-ха. На 112 за один день. Изи. А у вас есть такое достижение? А вы прошли такое достижение? Изучите 2000 слов в рамках одного курса. У вас есть такое достижение? Или вы уже его прошли? Я на разных языках так делаю. Ну, прикольно, Я посмотрите. люблю сразу экстерны проходить, Да, сейчас чтобы потратим не один. мучиться. Закупимся по-хорошему, да. Вот так, все, лас, бац, и все купили. Но с китайским так не пройдет. Там надо знать слова. Там интуиция не поможет. Там иероглифы надо знать. Иероглифы. Иероглифы за что? Видите, мои легендарные вот Да, эти давай самые. переключайся на мой экран, а то осталось всего 6 минут. Я люблю каждого из вас. Выключай свой экран. Это какая тема? Тема Continuous. А, понятно. Так, команд, я Не понимаю. самое сложное, но у тебя с ней бывают проблемки. Ай, лава, не я, знаете, маме сейчас по секрету скажу, типа скажу, что, типа, я сейчас прошел, смотри, сколько уроков, 88, она такая, чего? Хорошо, Вот, только давай после урока. 100 уроков покажу, ребят. Да, после урока. Видите? Я люблю каждого из вас. Love Каждого. each Да, из вас. of you. Молодец. В феврале, но ну, можете выписать? Ну, то У тебя быстрее получится. Феврале. Да, что еще писать? теперь появились уроки, которые один этот, один урок, ну, урок типа один урок. Да, что И те, которые я хотела, я теперь бог Да, в хотела. феврале
Что мне написать? Я был. Я был все еще. Я все еще жил. Жил с моими родителями. Да. Так. Все еще некрасиво. У тебя там подсказки, у меня почему-то нет. Потому что, кажется, по-моему, платно. Это мне папа установил. А, платно? Ну, понятно. А, это я не помню, но, по-моему, там рублей 100 стоит. Понятно. Ну, а хорошо. Установил на все мои компьютеры. Хорошо. Хорошо, у тебя папа? Я не знаю. Может быть, это функция Windows. У вас какой? У меня... как он? Последний-то как он называется? Забыл, как он называется. Марка какая, марка? Ну, неважно. Потом мы этот вопрос решим. У меня Samsung. У меня Lenovo, по-моему. Lenovo? У нас все плохо отзываются в классе о Lenovo. Mm-hmm. Понятно. Не знаю почему, Lenovo вроде бы хорошая. Ну, зависит от того, какая марка. Ну да, логично. Компьютер с помойки, Lenovo, на, держи, чувак, по-братски. Ай. Да, не ел мясо с мая по август. Да, да, где тут Wasn't? А, Wasn't. Угу. А почему Wasn't? Потому что ел с... Это продолжительное время. Продолжительное время. I was not eat meat. Да. Да. Нажимай быстрее, а то времени не так много. From. Угу. May to May. Угу. Ой, август. Август, да. Не January. Все правильно. August. August. Давайте, вводить. Да, что мне писать? Где они... Да, где они? Жили... в ноябре. Жили, когда где они жили в ноябре? Были. Да. Да. Где они жили в ноябре? Да. В мае мы пили только воду, никакого чая и кофе. А ваши ученики занимаются в Duolingo? Да. Сколько у них корон? Ой, я это не отслеживаю. Много? Не отслеживаю, честно. Давай, в мае? Да, мы... Наверное. Так, в мае мы пили только воду. А, кстати, где тут май? Я май не вижу. А, есть май. В мае? Да, тут неправильно май написан. Май всегда пишется с большой буквы. In May? Да, мы пили. Мы. We're drinking. Да. Нет, а какой глагол должен быть? We. We drinking. Какой глагол должен быть? Если was нету, значит какой должно быть? Должен быть какой-то were. Да, were. А, were drinking. Угу. Just water, точнее, only water. Угу. Никакого. Угу. Короче, no, вот так. Нет, один no. No, так, ничего. Один no, а потом надо никакого чая. No each. Нет, H не надо. Просто чай. No. Tea. And no coffee. Угу. Молодец. 12 часов. Да, февраль. Февраль, вводим быстрее. Давайте, let's go. Август, август. Опять ошибка у Duolingo. А, всё. Побежи. January. January.
Generally. Подставь вместо G букву Е. Получится что? Нет, получится януарь. На какое похоже? Да, с января. А до апреля? Да, папа, Гиль. Мы будем летать. Да, мы будем летать каждый день, неделю. Каждую неделю. Угу. I believe I can fly. Я верю, я могу летать. Угу. I believe I can fly. I believe. Угу. Так, что и мы неправильно писали? Туда, туда. А, он будет, я не то местоимение. Что это такое сделал? Это не я. Я хороший человек. Может, на этом закончим? Я хороший мальчик, да. А, вообще, он тил или вайт? Он сил, давайте. Нет, while. Потому что и то continuous. Поэтому while. Если мы было бы... на два ответа, ну давайте два ответа возьмем. While. While. Это у нас точно правильно будет. Да, где они жили в ноябре? Новая эмба. Ты не хочешь вводить, да? Отказываешься. Я тоже а смотрите, тут внизу написано усложнить задание. Ну, это потом. Там, наверное, подсказок не будет. Я не слышу. А, I was reading while she was sleeping. Чего? I was reading while she was sleeping. I was reading... Ой-ой-ой-ой. А, ты пишешь вместе со мной? Мы вместе пишем, так I was reading. Так, как... Где убрать-то лишнее? Давай. While I was sleeping. Ой. У тебя какая-то война получилась. I was... Война. I was reading while I was sleeping. While, давай, while. Да, пиши while. А я не могу. Почему? Почему? Можешь? Можете вы? Хорошо. Так. Спасибо. While she was sleeping. А, she was sleeping. Я просто пока мы писали, я уже забыл, что она там делает. Sleeping. Yeah, I was reading while she was sleeping. Январь. January. Вот это себе запиши куда-нибудь, потому что ты немножко забываешь. January. Да, вкладочку себе запишу. January. А сейчас я запишу. Угу. Все, записал. Угу. Я почитал, пока она спала. Пока это bad. Нет. Пока это while. While. Тоже запиши пока. While. А, пока тяжело. Угу. Видишь, мама, я приняла тетрадь. Угу. Так, я напишу, а ты прочитаешь и переведёшь. Окей. Ой, я перевёл уже. Нам через 15 минут на турнир ходить.
Да. В следующие 15 дней я буду бегать каждое утро. Every. Ой, я неправильно писал every. Да, как? Давай, диктуй мне по буквам. А я не слышу ничего. А, January. А, January. Ой. Неверно. Подстава. Подстава я. Признавайтесь, кто предатель. Ой, не то я включил. Все стало светлее гораздо. Теперь вы говорили, что, например, мои там, это, типа, маленькие, да, на твоем, типа, давайте на моем, у тебя там все легко, а теперь у меня все разблокировано. She was answering. 50 опыта получили за такое. She was answering. My letters only in November. My letters? Да, а ты переводи. Only in November. Он отвечал на мои письма только в ноябрь. Да, в ноябре. Ну, в ноябре. Так. Ой, May почему-то. А, in May. In May, как переводится? In May? Да. May, это, ну, это, знаете, как, ну, это, типа, это как, могу ли я, типа, могу ли я войти? Нет, May, это заглавные буквы. А, как месяц, это май. Да. У меня, кстати, in May my birthday. Угу. Ну, this is will. Да, yeah, will be my birthday. Это правда. February. February. Бедный ваш ученик здесь. Да, давай теперь. Я не ел мясо с мая по август. А вот, нет. А где Айта? Я вижу, я сейчас. Ай, вот, нет. Eat meat, eating meat, eat from January. Нет, с мая, мая. Я вижу, from May to August. Января по апрель он будет летать каждую неделю. Только не забыл. Вы на английском пишете? Да. Ну, может, он также поймет, не знаю, не тороплюсь. Я обычно делаю, когда тороплюсь, скопирую и вставляю в строку поиска, и там переводит на русский. Апрель он будет летать. Летать три раза в неделю. Нет, там. Летать каждую там, неделю. Там каждую неделю. И давайте, можно я нажму на кнопочку проверить? Это великий кнопку. Давай. Ура, хюры. Geology lines M. Тун-тун, 41, вы идете к успеху. Все. Нет! Нет! А сколько у вас коров?
193. Честно, но это не честно, у меня же золотых больше. У меня золотых больше, у меня вот еда золотая. У меня это, у меня вот это все золотое, это не честно. А у вас больше на 72. Ладно, спасибо за занятие. Да, хорошего дня. Интересно, спасибо. Я скинул маме ссылочку, ты можешь поучаствовать в интеллектуальном чемпионате. Интеллектуальном? Да. Зона повышения, вы должны попасть в нее. Да, я обязательно сегодня пройду еще. У вас будет обсидиановая? Нет, у меня бот уже бриллиантовая. Обсидиановая бот. А вы богатый. Да. У меня вообще даже, не знаю, там, бронзовый или нет. А потом надо будет попасть в первым. Тогда будет легенда. Вот. Светлана, а ты что делаешь? Ах ты, Светлана. Вот. Поэтому вот так вот. Спасибо. Ладно. Ладно, хорошего дня. Я вот уже пошел на интеллектуальный чемпионат. Классно. Спасибо. Ну ладно, счастливо. Пока. Пока.